Всем привет! Всем здравствуйте! Сегодня 16 марта, и мы клубничные пираты. И мы едем куда? Мы едем покупать клубнику. Вы спросите, зачем вам клубника, пацаны? У вас же свои клубники навалом. Вот. Дело в том, что очень многие наши друзья сейчас спрашивают у нас, а действительно ли продается уже кубанская клубника? И наш ответ – нет. Но чтобы это доказать, мы решили провести эксперимент. Да, сейчас найдем места, где продается клубника с надписью «Кубанская», «Местная» и так далее. Подойдем, как говорится, не стесняясь, и поговорим на эту тему. И попробуем выяснить, может, и действительно она местная, кубанская. Это мы что-то делаем не так, и у нас ее нету. 15-го, там, 16 марта. Прям толпа людей тут собралась. Давайте остановимся и посмотрим, что здесь происходит. А тут не написано, что она местная. Тут не написано. Ну, просто пойдем посмотрим, поспрашиваем. А тут все есть, и виноград. Добрый день. Клубника. Это откуда она? Это с Пшехской, да? Да, еще есть вот такое. Это прям в смысле с Пшехской? С поля, да? Поля, да. Да, с поля, говорит. И это тоже с поля, да? А что за сорт? Клери. Сорт Клери. Клери. Что, уже пошла, да? Че? Будешь пробовать? С Пшехской. С Пшехской. Ну-ка, дай посмотри. А, ничего не... Тут меня не наводит. Страна происхождения, Турция. Че она такая вся страшная? Спелая. Спелая, да? Можно сорвать красиво, но она будет без вкуса. Ага. Ебать колотить, как они народ наебывают, блядь. Это просто пиздануться. И не стесняется, говорит, местная с поля. С Пшехской. Клери. А что она в антракнозе? Спелая. Да. Вот, вот и подумайте, да, вот как бы. Вот у меня, если честно, слов нету. Просто слов нету. Просто это. Некоторые говорят, типа, а чё, ну, они же зарабатывают деньги, да ради бога, пускай зарабатывают, кто мешает им продавать, да торгуйте. Ну, а зачем обманывать людей? Говорит, это с Пшехской местная клери, 15 марта, торгуют с гнившей ягодой турецкой. Чья ягода? Это тепличная ягодка. Белореченская? Да. Аляс, возьми. Так это же обман. Это не местная, вы знаете? А? Это не местная, это турецкая ягода. Чего, блядь? Да? Вас обманули, да. Это местная, нет? Местная? Да, да, да. Вроде говорят, еще нет местной. Ну как есть, если тепличная? Мне кажется, вы лукавите. И я уверен, что вы лукавите. Что местной нет. А вы стоите, людей обманываете. Зачем? Приходится. Понятно. Приходится, говорит, обманывать людей, потому что приходится. Очень долго стояла на своем, что местная это клубника. Вот. Ну. Заставляют их, да? Получается. Да, вероятно. Заставляют. Ро. Че, почем? Клубника 800 рублей. Клубника чья? Местная ягода. Местная? Да. Фига себе. Это тепличная ягода. А. То есть есть разница. Теплицы, парники, да? Да, да. И че, верят люди? Просто. Ну, то, что это и местное. Ну,
но и так местные. Да, спасибо. Вот, короче, история такая. Этот типок говорит, что они выращивают сами. Выращивают сами под отоплением. Типа, все, это мурана. Но смотрите прикол, как он спалился. Смотрите на лукошко. Вот ягода уложена, видите? Что мы видим? Следы от сетки, следы от ящика. Навалом был ящик. Они взяли из ящика, уложили эту клубнику. И вот они эти следы, это от ящика. Это импортная клубника, она, они перефасовали в пинетки и говорит, что они выращивают ее сами. Вот и все. 800 рублей это говно. У меня во рту горечь стоит, если честно, сейчас. А зачем мы ее купили? Ну, чтобы были улики. Ее же есть, никто не будет. Ну, никто не будет. Ну, а что делать? Вырубай. Вот если я умру от этой гадости. Бля, у меня во рту капец горечь стоит какая неимоверная. Так, еще у нас знаменитое место, Верхний Веденеевский. ДПС тут стоит. Голубика, малина. А, раз, одни. Клубника. Вторые. Третьи. Блин, ну давай остановимся здесь. Сейчас просим. А клубника чья? Вы меня чья? Пишете, что ли? А, нет, вас нет. А клубника чья? Греция. Греция. Отлично. Вот самый честный продавец. Ну что, блогер, что ли? Да не, в чем блогер сразу? Ну смотрю, снимаете. Ну что? Снимаете. Вы не имеете права снимать. А я вас не снимаю. Я клубнику вашу снимаю. Ну и продукцию мне не надо снимать. Почему? Я хочу снимать. Ну потому что не надо мне тут зарабатывать на мне деньги. Какие деньги на вас зарабатывать? Обычные. Не надо писать, ребята. Да ладно, что вы так? Так, уберите запись. Да, да, сейчас. Так, ну, в общем, Макс, Греция, звонит. Правильно? Да. Все. А, понял, принял. Все, давай. Так, этот продавец оказался хоть и нервным, но честным. Но, видать, может, под напором камеры признался, что это Греция. Это уже хорошо. Едем дальше. Едем дальше. Тут у нас все. О, местная ягода. Прям табличка крупная. Местная ягода. Вот так. Местная? Что? Ягода, ягода. Вот это местная, вот это греция. Вот это местная, да? Рано для местной, не? Не? Хлеб, что ли, а сыр или что там? А, у вас тут все, и сыр, и хлеб, и клубника, и голубика. Ягода чья? Не скажу. Почему? Турецкая, конечно. Ну, вот, все. Все, никаких к вам претензий. Молодец какой. А если бы без камеры был бы, что сказала? А если бы не камера, что бы сказали? Турецкая, сладкая. Точно? Да. Не местная? Нет, конечно. Вот это вот? Да. Ну, я же говорю, турецкая. Молодец, так держи. Не надо обманывать. Ну, и что будет потом? Премия, да. Всех отправлю сюда за ягодой. Вот добрая женщина такая попалась. Да? Улыбается. Говорит, это турецкая. Сейчас поедем. Все... Камера мешает, камера. Да, да, они все камеры боятся, мне кажется. Делаем выводы. Выводы такие. Люди говорят, что это местная клубника, парниковая, белореченская. За редким исключением. Исключения какие? В нескольких местах нас узнали и не стали нам врать.
И мы, конечно, ходили с камерой в открытую. И люди, видя, что их снимают, некоторые тоже не стали врать. Но основная масса и, скажем, продажи основаны на том, чтобы продавать импортную ягоду под видом местной белореченской парниковой. Говори что-нибудь, если хочешь сказать. Нет, значит нет. Поэтому мы понимаем, да, что наша аудитория в основном это ребята, которые выращивают клубнику прежде всего. Да, и ну, что мы можем сделать? Друзья, нужно почаще своим знакомым говорить о том, где их могут обмануть. Только от нас самих зависит, как будет восприниматься там наша ягода. И будет ли вот эта вот невкусная ерунда. Мы ее тут на пол выбросили. Которая неизвестно на что похожа, и по вкусу неизвестно на что похожа. Будет ли она восприниматься как наша белореченская ягода? Мы должны защитить себя и свое доброе имя. А уважаемые продавцы, дорогие, будете уважаемыми только тогда, когда будете не обманывать своих покупателей. Если торгуете импортом, говорите, что это импорт. Когда начнется местное, мы знаем, что вы торгуете местное тоже, будете торговать местной. Но обманывать никого не надо. Это некрасиво.